момент Кудрявцев Боб просит тайм-аут. Он его получает. Счет 47-62 в пользу команды Марка. Осталось играть третью четверть и 4 минуты 18 секунд. Да, что-то третью четверть провалило Ясенева. Плюс 15 у Марки. Ничего не получается. Нету бомб от Алабина. Нету проходов вниз от Лыжникова. Напомню, что в последней атаке Алабин получил блокшот на Трехочкова и от Кирилла Лозинского. Нету, не видно Даутова. А у Марки все просто. Дороднов перехватывает, Куртинок разводит, Астахов забивает. Все очень просто и очень уверенно. Пользуясь паузой, хотелось бы поздравить игрока команды Ясенева 2 Гарика Сукасяна с его очередным днем рождения. Гарик, рады нас своей игрой и рады нас своим присутствием на этой планете. Напомню, он есть в зале, готовится к игре. Лохвинский не знает, что делать. Алабин. Алабин против Лозинского. Алабин средний. Мимо. Куртинок забирает мяч. И Алабин после своего же промаха решает спалить на крутинке. Непонятно зачем. А непонятно потому, что каждый фол будет наказан пробитием двумя штрафных. Что и сделает сейчас Александр Куртинок. Первый точен. Плюс 16 уже у Марки. Вот оно, как работает действие и правило. Кто проигрывает третью четверть, проигрывает матч. Четверть проиграна, проигран ли матч. Плюс 17 у Марки, смотрим. Даутов выводит на Лохвинского. Лохвинский, что закажет? Первая комбинация. Напомню, что это сейчас будет движение Саши Алабина. Будет выводить по лицевой на 45. Вышел Алабин, пошел в проход. Затяжной, с отвалом, с навалом. И мяч выходит от 11 номера Саликянова Артура. Марка на площадке. Джабар Дороднов пошел сдавать на права. 2 очка точно. Этот тест на вождение он сдал. Что происходит на площадке, пока непонятно. Потому что какие-то паузы, никому не нужны какие-то свистки. Тем не менее, счет минус 19 уже для Ясенева. Лохвинский. Пас Джабара называется. Пас на поражение. Очередной пас вперед. Пас на Джабара. 2 очка. Вот они, чудеса взаимодействия. Плюс 21. За 3 минуты до конца третьей четверти. Алабин. 4 по лицевой. Кто это у нас будет двигаться там? Лохвинский, да? Да, Лохвинский. Вот он здесь. Ой. После перехвата от Дородного была разбита чашка. Да, правильно, это чашка Рафика, она была разбита. Нету кофе, я его уже выпил. Играем 11 секунд. 11 секунд до владения. Что случилось? 11 секунд. Не было включено табло от счета владения. 11 секунд. Аганезов принимает. Шестую играют. Это рога у нас, знаменитые наши. Нет, не получилось. Остановка. Лохвинский не получает. Евдокимов треха мимо. Подбор Куртинок. Куртинок пошел в проход. Что будет делать? Сам или остановится? Остановился. Отдаст назад на Астахова. Лозинский на Куртинок. Куртинок 3. 3 очка через трехи всех, кто бы там ни было. Как правильно подсказывает игрок женской команды МГПУ Марка, у Куртинка трехи 4 из 4. Фол. Да, нашел фол. Лохвинский, Дороднов не сдержался. Но хотел выбить, хотя, как вы знаете, благими намерениями вымощена дорога, сами знаете куда. На Чичулина, вот. Штрафные от Лохвинского есть первый. Второй. Второго нету. Куртинок подбор. Пас непонятно куда. Евдокимов перехват на Лохвинского. Лохвинский 3. Мимо. Забар подбор. Лозинский. 3 в 2. Дороднов. Алиюб на Астахова. Отлично.
Солом не забивает. Тем не менее, два штрафных будет бить Астахов. В команде есть у него замена, выходит Евгений Нарушевич. Второй брат его сидит на трибуне и поддерживает игрока команды Ясеня. Пока это у него получается очень плохо. 72-48 в пользу команды Марка, плюс 24. Еще один штрафной. Есть, плюс 25. Да, очень сложно будет отыграть вот такое расстояние команде Ясенева. Аганесов вторую просит для Лохвинского. Вниз на Артура. Артур что делает? Обыгрывает легко Джабара. Вниз. Ой, какой-то, как говорится, скупшот от Артура. Джабар наверх на Дородного. Дороднов на Куртенка. Куртенка опять перехват. Да, конечно. Здесь фол для Куртенка. Вторая подряд потеря для него. Хотя, я думаю, ему сейчас можно все. Третий персональный фол у Александра Куртенка. Аганезов. Нет продолжения. Даутов. Заслон Аганезов. Даутов вниз. Два очка. Отлично. Отличную двоечку сыграли Сергей Аганезов и Салават Даутов. Джабар. Назад Лозинскому. Лозинский. Его обыгрыш. Нет. Скидка отличная на Джабара. Джабар на Куртенка. Куртенок в проход. Скидка на Лозинского. Лозинский треха. Мимо. Тем не менее, Астахов, как всегда, на месте. Ой, какой пас от Дородного. Называется no-look пас в стиле Дарона Уильямса. Джабар из-под кольца точен. Нарушевич, перехват для Лозинского. Будет у нас данк или что-то. Попытка, очень неудачная попытка сыграть красиво. Нарушевич, два очка через Куртенка. Есть. Джабар. На Дородного. 19 секунд до конца четверти. На Джабара. А нет защиты. Зачем держать мяч до конца, если защиты нету? Тайм-аут. Нет тайм-аута. Нет тайм-аута. 6, 4, 5, 3, 2. Айфол. Фол Кириллу Лозинскому. Следовательно, два штрафных будет пробивать Сергей Аганесов. Лимит командных фолов исчерпан. Плюс 23. Аганезов первый. Мимо. Второй. Тоже мимо. 3 секунды на владение. Будет бросок. Нет. Бросок не... А, и тем более мяч после броска Кирилла Лозинского попадает в перекрытие, верхнее перекрытие зала. Итак, счет 77-54 перед четвертой четвертью в пользу команды МГПУ «Марка».